Команда уже на поле, и второй тайм начался. Матюди. Главное, без нарушений. Перехват в центральной зоне. Гол! Счет равный! Мне кажется, забить в такой ситуации проще пареной репы. Ну не скажи, Георгий, разные бывали в футболе истории. Счет снова равный, 1-1. И вот потери в центре поля. Плохо сыграно, мяч потерян. Дефо. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Тут может что-то получиться. Опасно как. Великолепный гол. Гол. Нет гола. Положение вне игры. Лам. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Бэйл. Потеря. Дефо. Тут просто подарили мяч сопернику. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мяч покинул пределы поля. Классный отбор, можно играть. Все-таки у него получилось сохранить мяч. Очередная потеря. Матюди. Попытка обострить игру. Мяч потерян. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой шанс! Вышли они вперед. Посмотрим, надолго ли. И команда, которой сегодня предрекали поражение, а кое-кто и крупное, выходит в лидеры. Но время-то еще есть. И если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. Счет 2-1. Рибас Дакунья. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше?
Шупо, Мотин. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Можно было получше мячом распорядиться. Пересек мяч боковую линию. Дефо. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Какой навес! Тут защита надежно отработала, атака прервана. Потянул мышцу. Сейчас очень неприятная травма. Рибас, Дакунья. Дефо. Так, только решил пробить. Штангу мяч угодил. Играй! Очень важный угловой. В эти минуты каждый такой момент на вес золота. Выигрывает борьбу. Ничего себе! Они сравнивают счет на последних минутах. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача. Оставалось ее только замкнуть. Вот смотрите, поймал момент, пробил. И вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Юрген, у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Аут. Думаю, не прерви он этот пас, соперник вышел бы вперед и отыграться бы не удалось. Здорово! Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Я, похоже, снисходительно относится к этому передвижению стенки вперед. Отличный прием. Так держать. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Дефо. Непростая траектория. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Здорово отобрал мяч у соперника. Закончился матч.